В летнем парке в Малаховке прошел танцевальный фестиваль. Он посвящен началу нового учебного года. Каждый год мы открываем новый сезон танцевальный. Вот таким праздником, где собираются все детки, которые танцуют в разных составах, но они дружат, общаются. И здесь наша очередная возможность собраться вместе, сделать большой праздник, потанцевать, пообщаться. Праздник танца стал ярким открытием нового творческого сезона. Участники фестиваля исполнили хореографические номера в стиле современного уличного танца хип-хоп. На сцену выходили артисты в возрасте от 4 до 18 лет. А после концертной программы для всех желающих прошли мастер-классы от хореографов. Танцы – это какая-то абсолютно другая жизнь. Она дает энергию, она дает какой-то смысл. Ты учишься, понимаешь, что у тебя тренировка, и ты хочешь туда.